Сегодня в полдень на Чувашию обрушилась гроза сильным ветром. Без последствий она не прошла. В МЧС сообщают, на территории республики повалено больше 30 деревьев. Это предварительные данные. Кроме того, жители 11 районов жаловались на отключение света. Вот что нам рассказал по телефону заместитель начальника главного управления МЧС России по Чувашии. Для ликвидации последствий прохождения циклона привлекались 85 человек, 35 единиц техники, из них от МЧС около 20 человек и 6 единиц техники. В случае чего нужно звонить по телефону 112, и вся информация будет передана в единой дежурной диспетчерской службе этих муниципальных районов, где происходят какие-то обрывы проводов или падение деревьев.